статистика знает все. Точно учтено количество пахотной земли. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, мальчиков и швейных машинок. От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения даже о том, сколько в стране статистиков. И одного она не знает. Она не знает, сколько в стране стульев. Их океан. И в этом океане стульев герои нашего романа должны найти один ореховый гампсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем обитом английским ситцем брюхе сокровище мадам Петуховой. Куда мы пришли? К хорошим людям. Это общежитие. Ни у одного, так у другого места найдется. Мебелировка везде одинакова. Это было общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца. Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, дом студентов-химиков давно уже был заселен людьми, имеющими к химии довольно отдаленные отношения. А? Мебель в стиле шик-модерн. Но, кажется, это не то, что нам нужно, или они? Кажется, они. Здравствуйте. Ну, позвольте, их 20, а должно быть только 10. Значит, не те? Не те. Напрасно, кажется, я с вами связался, предводитель. Ну, ладно, ладно, заседание продолжается. Стул не иголка найдется. Дайте-ка сюда ордера. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь там рядом с этой девочкой, сидите, ждите меня. Я скоро вернусь. Почему это вы такой грустный? У вас что, голова болит? Да, немножко. Заботы, знаете ли. Отсутствие женской ласки сказывается на жизненном укладе. А как вы поживаете, уважаемая? Как вас зовут? Я? Елизавета Петровна, а вас? Ипполит Матвеевич. Вы научный работник? Да, да. Некоторым образом. Вы были в Париже? О, Париж, это чудесный город. Рестораны, дамский оркестр, отдельный кабинет. Простите за нескромность. Сколько вам лет? 38. Но к науке, которую я в данное время представляю, это не имеет никакого отношения. Когда же вы доставите мне счастье еще раз увидеться с вами? Когда же? Ой, я не знаю, право. Не знаю. Ну, когда же? Сегодня можно? Сегодня? Умоляю вас. Ну, хорошо. Пусть сегодня. Только где? В кармане Ипполита Матвеевича лежала половина суммы, полученной концессионерами от старгородских заговорщиков. Это были большие деньги для отвыкшего от роскоши Воробьянинова. Теперь, взволнованный возможностью легкой любви, он собирался ослепить Лизу широтою размаха. Я повезу вас в Прагу. Это лучшее место в Москве, как говорил один мой знакомый. Зайди лучше в кино дешевле. Ну при чем здесь деньги? Простите, мадемуазель, но мы с приятелем не сможем вас проводить. Нам надо срочно попасть в одно место. Простите, 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 мы очень спешим, простите. До вечера. Молитесь на меня, они... Боже мой, они... Они самые... Сейчас проверим. Простите, эти стулья продаются? Продаются. Сегодня? Нет. Сегодня аукцион уже закончился.
Завтра, после 5 часов. Мерси. Разрешите? Пардон. Молитесь, молитесь на меня, предводитель. Завтра. Завтра. Прага поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно. Она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и Ипполита Матвеевича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. И он, светский лев, покоритель женщин, вместо того, чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился и бесконечно откашливался. Он забыл, что именно он всегда говорил в таких случаях. Будьте любезны. Однако, котлета телячья 2,25, филет 2,25, водка 5 рублей. За 5 рублей большой графин. Вот, пожалуйста, мне не угодно ли выбирать, что вы будете есть? Я совсем не хочу есть. Или вот что, товарищи. Нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского? Вегетарианского не держим. Разве что омлет с ветчиной. Вот что, дайте нам сосиски. Вы ведь будете есть сосиски? Буду. Вот, и бутылку водки. Графинчики будет. Тогда большой графин. Чем будете закусывать? Икры свежей, семги, остигайчиков? Нет, не надо. Вот что! Почем у вас огурцы соленые? Дайте 2. Ипполит Матвеевич, подсчитав стоимость заказанного, подумал, что вот он выпьет, и тогда разойдется. Но когда выпил водки и закусил огурцом, то не разошелся, а помрачнел еще больше. Лиза не пила. Натянутость не исчезла. На время выручила эстрадная программа. Ну вот я опять с вами. Следующим номером нашей программы выступает мировая исполнительница русских современных песен, хорошо известная Марьиной Русь, Варвара Ивановна Гадиевская. Варвара Ивановна, тебе приветствую. Когда солнечный луч угасал, и на штанге огонь зажигался, штурман-филин фрегат покидал. Он на берег спешил, собирался, в ресторане под... Дорогая Хиночка, это мой текст, мой Хина. Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы выпить весь графин. Ипполит Матвеевич уже порядочно захмелел. Нет, что вы, нет. Как дворянин не могу допустить. Эй, сеньор, счет. Хамы, 9 рублей 25 копеек. Может быть, вам дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Поедем в номера. Держи! Держи, вора! Маэстро!
можно? Мама, мама, что мы будем делать? Мама, мама, что мы будем делать? Я в товарок достал, гопу дигдигдайра, и из-под лавки доставал, гопу дигдигдайра, а фин инспектор вдруг пришел, гопу дигдигдайра, я сижу, а он ушел, гопу дигдигда. Ипполит Матвеевич долго плакал. Часам к 11 утра он проснулся в отделении милиции. Из 200 рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех, при нем оставалось только 25. У меня нет зимнего платка. Стульев из дворца Ореховые эпохи Асан II в полном порядке. Да сядьте вы, идиот проклятый, навязался на мою голову. 10 стульев из дворца работы мастера Гамса, 80 рублей, кто больше? А большой бы здесь поднялся переполох, если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев. Ну что же вы не торгуетесь? Что же вы не торгуетесь? Пошел вон. 140! 140 слева. 140 слева раз. 140 слева два. 145. 145 в первом ряду. 145 рублей в первом ряду. Раз. 145 два. 145 три. 200. 200 в первом ряду. Раз. 200 рублей два. Что, нет больше желающих торговаться? 200 рублей три. Мама. Продано. Ну, эффектно, председатель. Что бы вы делали без технического руководителя? Вы купили стулья. Да, да, это мы. Когда можно будет их получить? А когда угодно, хоть сейчас. А почему здесь написано 230? А включается 15% комиссионного сбора. Пардон, придется заплатить. Перекиньте, дрожащий, 30 рублей. Ну, скорее, нас ждут. Что? Что меня смотрите, как солдат на вор? Обалдели от счастья? Ну. У меня нет денег. Пардон. У кого нет денег? У меня. А 200 рублей? Я их потерял. Давайте деньги. Так вы будете платить. Нет, ну какой такой комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о комиссионном сборе. Нужно предупреждать. Я отказываюсь эти 30 рублей платить. По правилам аукционного торга, лицо, отказавшееся уплатить полную стоимость закупленный им предмет, должно покинуть зал. Попрошу вас, попрошу. Попрошу, попрошу, попрошу. Попрошу. Тон до стулья отменяется. Просто возмутительные порядки. Ну, правда, форменные безобразия. На них в милиции надо жаловаться. Ну что это, действительно, дерут трудящихся втридорога за какие-то паршивые стулья 230 рублей. С ума сойти можно, правда? Да. Правда, можно с ума сойти. Можно. Вот тебе милиция, вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран, вот тебе ночные прогулки по девочкам, а вот тебе седина в голову, а вот без ребро,
А теперь пошел к черту. Товарищ Бендер! Иди, иди! И в общежитие не приходи, выгоню. Товарищ Бендер! Все пропало. Что? Что пропало? Что, что? Слышите? Стулья продают по отдельности. Может быть, желаете приобрести, идите, идите. Только по правилам аукциона вас сейчас выгонят оттуда. Да, по-моему, и денег у вас не густо. Четыре стула из дворца Ореховой. Работы мастера Гамса 30 рублей. Кто слышите ваше? Вы, дамский любимец, стойте здесь и смотрите, что и как, что ни один стул не ушел. Скажите, здесь действительно аукцион, да? И что, продают мебель? Скажите, можно дешево купить? Да, да, о, посмотри, классно! Высокий класс! Четыре стула попали в театр «Колумб». Местоположение театра известно. Два стула в доме по Воснофьевскому переулку. Так, один на Садово-Спасской. Есть точный адрес. Восьмой в доме народов куплен завхозом редакции «Станок». Девятый – «Чистые пруды», казарменный переулок. А десятый? Десятый где? С ним хуже. Покупатель скрылся во дворе Октябрьского вокзала. Уехал! Ну что ж, на такие шансы ловить можно. Играю... 9-1. Заседание продолжается. Слышите вы, присяжный заседатель? Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Фамилия? Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Хо-хо. Выражают в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Мрачный. По отношению ко всему, например, мрачный Петя пришел, мрачная погода, мрачный случай, мрачный кот и так далее. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Не учите меня жить, как ребенка. Я бью его, как ребенка, при игре в карты. Я его срезала, как ребенка, в разговоре с ответственным съемщиком. Красота, толстый и красивый. Употребляется как характеристика неодушевленных, так и одушевленных предметов. Уля. Ласкательное окончание имен. Например, Мишуля, Зинуля. Ого! Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Поедем на извозчике. Говорится мужу. Поедем в таксо. Знакомым мужского пола. У вас вся спина белая. Шутка. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. 200 рублей, которые ежемесячно получал ее муж, для Эллочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Эллочка вела уже 4 года с тех пор, как заметила, что у нее есть соперница за океаном. Дочь американского миллиардера Вандербильда, фотография которой была помещена в французском журнале МОД. Ого! Это означало или я, или она. Эллочка перекрасила волосы в рыжий цвет. По раб-кредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Ею был отделан вечерний туалет. Очередной номер журнала МОД заключал в себе портреты проклятой соперницы уже в 4 видах. Новые мощные усилия Эллочки в корне подрезали хозяйство. Эллочка произвела новую мобилизацию и обзавелась мебелью. Она купила на аукционе 2 мягких стула.
Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. Мрачный муж пришел. Здравствуй, Еленочка. А что это такое? Откуда эти стулья? Хо-хо. Нет, в самом деле. Красота? Да, стулья хорошие. Знаменитые. Подарил кто-нибудь? Ого. Как? Неужели ты купила? Из каких же средств? Неужели из хозяйственных? Я тебе 1000 раз говорю. Эрнестуля, хамишь. Ну, пойми, вот так же нельзя делать. Нам же нечего будет есть. Подумаешь. Это же невыносимо. Ну, ты живешь непосредством. Шутите. Да-да, вы живете непосредством. Не учите меня жить. Давай поговорим серьезно. Я получаю 200 рублей. Мрак. Взяток не беру. Денег не краду. Нет, так жить нельзя. Шутите. Нам надо разойтись. Шутите. Мы не сходимся характерами. Я... Ты толстый и красивый парниша. Сколько раз я просил тебя не называть меня парнишей. Охо. Откуда этот идиотский жаргон? Не учите меня жить. О, черт. Эрнестуля, хамиш. Давай разойдемся мирно. Ого. Ты мне ничего не докажешь. Этот спор он... Я побью тебя, как ребенка. Совершенно невыносимо. Ты пойми, что твои доводы не могут удержать меня от того решительного шага, который я вынужден сделать. Я сейчас же иду за Золомовиком. Шутите. Комната останется у тебя. Знаменита. Я возьму один из этих 2 стульев. Я полагаю, что имею на это право. У вас вся спина белая. До свидания, Елена. Поедешь в таксо? Знаменито. Вечер Эллочка провела с Фимой Собак. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее опрокинуть мировую экономику. Кажется, будут носить длинное и широкое. Мрак. Мадемуазель Собак слыла культурной девушкой. В ее словаре было около 180 слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово – гомосексуализм. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой. Оживленная беседа затянулась далеко за полночь. По делу. Какой прекрасный мех. Шутите, мексиканский тушкан. Быть этого не может. Вас обманули. Это шанхайские барсы. Я знаю их по оттенку. Изумруд, вот смотрите, как играет на солнце. Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-то о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке 100 шелковых коконов, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана. Вы, парниша, что надо? Вчера на аукционе вы произвели на меня чрезвычайное впечатление. Хамит. Помилуйте, хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно. Жуть. Второго стула уже нет. Расползаются, как тараканы. Милая девушка, а я к вам по одному деликатному делу. Шутите. Продайте мне этот стул. Только вы с вашим женским чутьем могли купить такую художественную вещь. А продайте, девочка. А я вам 7 рублей дам. Хамите. Хо-хо! Хотите меняться? А? Знакомый дипломат привез. В лучших домах Европы и Филадельфии разливают чай через ситечко. Ну, хотите? Ну, это необычайно эффектная вещь, забавно. Должно быть знаменит. Ну, ну, мне стул, вам ситечко. Красота! А? Хо-хо! Хо-хо!
мыло смыть. Как нарочно. И в раковине не идет вода. Ой. Пусть хоть дворник воды принесет. Это бы мыло смыть. Дворник! 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 Ой, что это? Что это? Господи, господи, что же делать-то? И ключа нет, и... Дворник! Дворник! Когда нам станут зимние холода, да-да-да, у тебя нет теплого платочка, а у меня нет зимнего пальта. Ой, Дворник! 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 Ой, ой, господи, вода пошла, кажется. Дворник! Дворник же! Скажите, это вы здесь льете воду? Что это за место для купания? Вместо того, чтобы плакать, может быть, вы лучше пошли бы в баню? Вы посмотрите, на кого вы похожи. Просто какой-то кикадор. Ключ. Что ключ? От квартиры. Где деньги лежат? Вы не можете войти в квартиру. Это же так просто. Ой, господи, боже мой, спасибо. Вы меня просто спасли. Вы меня просто спасли. То есть, если бы не вы, я просто не знал бы. Я просто не знал бы, что мне делать. Я бы с ума сошел. Со мной тоже был такой случай. Даже немного хуже. Да, так это вы, инженер Щукин. Я только умоляю вас. Никому, пожалуйста, никому ни звука. А ведь я к вам по делу. Да, очень буду рад, чрезвычайно буду рад быть вам полезен, пожалуйста. Вам, мерси. Ну, дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти, взять вот этот стул. Он там что-то нужен ей для пары. Пожалуйста, я ей сам сегодня занесу. Ну, чем беспокоиться? Для меня это сущие пустяки. Адьё. Спасибо. Бывшему студенту, хозяину комнаты, был подарен еще один стул. Остапа не тревожила неудача с этим стулом. Он знал все штучки судьбы. Встроенную систему его умозаключений темной громадой врезался только стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Об Авессаломе Владимировиче из Нуренкове можно было сказать, что такого другого человека нет во всей республике. Республика ценила его по заслугам. Он приносил ей большую пользу. Из Нуренков острил. Он никогда не острил бесцельно ради красного словца. Он делал это по заданиям юмористических журналов. На своих плечах он выносил ответственнейшие кампании, снабжал темами для рисунков и фельетонов большинство московских сатирических журналов. Он жарко боролся с врагами общества, плохими кооперативами, растратчиками, чемберленом, бюрократами. Он уязвлял своим остроумием подхалимов, управдомов, частников, завов, хулиганов, граждан, не желающих снижать цены, и хозяйственников, отлынивающих от режима экономии. Из Нуренков умудрялся острить в тех областях, где, казалось, уже ничего смешного нельзя было сказать. К
Гейне опустил бы руки, если бы ему предложили сказать что-нибудь смешное и вместе с тем общественно полезное по поводу неправильной тарификации грузов малой скорости. Марк Твен убежал бы от такой темы, но Изнуренков оставался на своем посту. Могу я видеть товарища Изнуренкова? А поутру она вновь улыбалась. Виноват. Вы что? Вы что, с ума сошли? Я протестую. Позвольте, позвольте. По закону, конечно, дуракам он не писан. Но, может быть, вам понаслышке известно, что по закону мебель может стоять еще 2 недели. Я протестую. Я пожалуюсь прокурору. Я заплачу, наконец. Я не могу с этим согласиться, голубчик. Ипполит Матвеевич на месте Изнуренкова тоже не мог бы согласиться, чтобы у него среди бела дня крали стулья. Но он не знал, что говорить, и поэтому молчал. Вы никак, вы поймите, войдите в мое положение, голубчик. Ну, я не виноват, понимаете? Я не виноват. Виноват муспред. Да, я признаю, не платил 8 месяцев за прокатное пианино. Но ведь я же его не продал, голубчик. Я имел полную возможность это сделать. Они поступили по-свински. Нечестно. Понимаете, подали в суд, описали мебель, а у меня ничего нельзя описать. Это все орудие производства. И стул тоже орудие производства. Опустите стул! Вы бюрократ! Простите, гражданин, простите, недоразумение. Служба такая. Служба такая. Голубчик, служба такая. Какой поворот к теме? Служба такая. Всем представить. Фимочка Собок, девушка из предместья, высокий класс. Прошу, прошу. Так я пойду. Нет, что вы, что вы, что вы, минуточку, минуточку. Голубчик, так вы не возьмете сегодня мебель, да? Нет, отлично. Ну что вы? Ну, вы меня обижаете. Всякий труд должен быть оплачен. Премного благодарен. Прощайте, душечка, прощайте, душечка. Служба такая! Какой поворот темы! А мои инструкции? Ну, сколько раз я вам говорил, что красть грешно. Еще тогда, когда вы в Старгороде обокрасть хотели мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. И вот результат, и стул, который был в руках, выскользнул. Попробуй, нанеси теперь туда второй визит. Ну вот что, дорогуша, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, и 40% представляется мне абсурдным. Я ставлю новые условия, снижается ваш пай. Хотите 20%? Что, вам мало? Мало. Мало. А сколько же вы хотите? Согласен на 40. Грабеж среди бела дня. Вам мало 30 тысяч. Вам еще подавай ключ от квартиры. Вот что, дорогуша. Соглашайтесь на 20, пока не поздно, а то я могу передумать. Высокий класс! Вы королева Марго! Вы меня очаровали! Кушайте, пожалуйста, шоколад. Пожалуйста, прошу. Ну, скажите, пожалуйста, а вот эта брошка действительно из настоящего стекла, да? Высокий класс! И скажите, Париж, это действительно большой город, там Эйфелева башня, да? Какой нос, какие ноги, высокий класс! Накушайте. Изнуренков здесь живет? Это вы есть? Зачем это он? Штраф за разбитое в трамвае стекло, повестка в нарсуд за неуплату квартирных денег, а может быть, подписка на журнал для слепых. Что же это вы, товарищ? Это совсем не дело прогонять казенного курьера. Какого курьера? Сами знаете, какого. Сейчас мебель вывозить буду. Нет, не имеете права. Они не имеют права. Да вы бы уж о правах-то молчали, гражданин. Платить надо вовремя за мебель. Да-да. Вывожу мебель. Да не вывозите! Именно вывожу. Послушайте, здесь же закон, голубчик, здесь же закон. Закон надо соблюдать.
хотя ваша покойная теща не любила шутить. А в чем дело? Ну, может, никаких бриллиантов и нет? Ну, что вы, товарищ Бендер? Ну, что ж, тогда прекрасно. Наши шансы увеличились. А вас, товарищ Бендер, сегодня в газетах писали. Что вы мелите? В какой газете? А вот, вот. В отделе «Что случилось за день?» Попал под лошадь. Вчера на площади Свердло попал под лошадь извозчика номер 8974, гражданин О. Бендер. Но... Пострадавший отделался легким испугом. Это извозчик отделался легким испугом, они я, идиоты, пишут. Что? Это станок? Интересно, вы знаете, Воробьянинов, что мы эту заметку писали, сидя на нашем стуле? Забавная история. Ну что ж, повод для визита в редакцию есть. Никифор Ляпис был в редакциях своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам, где брыжат светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов. Здравствуйте, Ляпис. Что? Добрый день, написал замечательные стихи. О чем? Вы знаете, Ляпис, у нас журнал «Баллада о гангрене». О, это интересно. Уже давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики. Страдал Гаврила от гангрены. Гаврила от гангрены слез. Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел в аптеку и погиб из-за того, что не смазал рану йодом. Вы делаете успехи, Ляпис. Ну, вы знаете, хотелось бы чего-то больше, ну, вы понимаете. Так, попал под лошадь, отделался легким испугом. Ну, и в чем дело? Адрес. Нельзя ли адрес узнать? Чей адрес? О. Бендера. Откуда же я знаю? Обратитесь в адресный стол. А может быть, вы вспомните, товарищ в желтых ботинках. А, я сам в желтых ботинках. Знаете, в Москве еще 200 тысяч человек в желтых ботинках ходит. Может быть, вам нужно узнать их адреса? Так давайте я брошу всю работу, займусь этим делом, и через полгода вы будете знать, что, слушайте, гражданка, я занят. О, Ляпсус, очень хорошо, что вы пришли. Вот так нужны стихи. Но только быт. Быт, быт, быт. И никакой лирики. Вы слышите, Ляпсус? Знаете, что-нибудь из жизни почтельработников. Но вместе с тем. Вчера именно я задумался над бытом почтельработников. У меня вырилась такая поэма, называется «Последнее письмо». А? Вот. Служил Гаврила почтальоном. Гаврила письма разносил. История о Гавриле была заключена в 72 строки. В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу. Где же, собственно, происходит дело? В СССР нет фашистов, за границей нет Гаврил, членов Союза работников связи. Такое дело происходит, конечно, у нас, а фашист он переодетый. Так, слушайте, Ляпсус, напишите нам что-нибудь из жизни радиостанции, а? А почему вы не хотите почтальона, а? Ну, пусть полежит. Ну, мы возьмем его условно. Товарищ редактор. Что я могу сделать? Ну, откуда мне знать адрес гражданина О. Бендера? Ну, что я, лошадь, которая на него наехала? Или извозчик, которого он на моих глазах ударил по спине? Слушайте, молитва браконьера. Гаврила ждал в засаде зайца. Гаврила зайца подстрелил. Выкиньте зайца. Почему? Не сижу. Есть. Гаврила ждал в засаде птицу. Гаврила птицу подстрелил. Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета. В чем же вы, товарищи, видите клевету? Как что? Вот что. Читайте. Пострадавший отделался легким испугом. Я не понимаю. Ну, что оно я пугаться, какого там извозчика? Это просто опозорили перед всем миром. Это... Опровержение нужно. Ну, вот что, гражданин, никто вас не позорил. И по таким пустякам опровержение не дает. Ладно, все равно я доберусь до вас. Я так это не оставлю. Я... Пардон, мадам. Вы видите, я занят. Гаврила ждал в засаде волка. Гаврила волка подстрелил.
товарищ Бендер! Нашла время для рандеву. Кто прислал сюда эту знойную дамочку? Пора ликвидировать московское отделение концессии, а то еще чего доброго нагрянет весь союз меча и орала. Суслик! Тише, тише, тише. Тише, девушка. Женщину украшает скромность. К чему эти прыжки? Ой, уехал. Вот только из газеты узнала, что вы в Москве. Утрите глазки, гражданочка. Гаврила ждал в засаде тигра. Гаврила тигра подстрелила. Изменщик! Браслет украл. Мужнин подарок. А вот вы запомните, гражданочка, что... И зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал. Акситечка кто украл? Акситечка, это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на совместную жизнь диаметрально противоположны. Ситечка, если молодой, здоровый человек позавинствовал у провинциальной бабушки ненужную ей кухонную вещь, это что же он, вор? Вор! 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 Я согласен на развод. Прощаться не будем, обниматься тоже мне некогда. Прощай, любимая, мы разошлись, как в море корабли. Скажите, а как вас звали в детстве? А зачем вам? Ну так, не знаю, как вас называть, а я к вам привязался. И вол, без вас не так смешно жить. Ну как вас называли? Ипа. Киса. Киса, а, конгениально. И ничего-то вы, киса, не умеете. За мною стул вдовицы, за мною два щукинских, из Нуренковской стул в конечном счете я сделал. В редакцию я ходил, к Ляпсусу. Один-единственный стул выдавили до победного конца, да и то при помощи нашего идейного врага, архиепископа. Ах, киса, киса. Осталось 5 стульев. Ну, 4 из них в театре «Колумб». А вот 5-й... Стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала, по-прежнему оставался темным пятном на сверкающем плане концессионных работ. 4 стула в театре «Колумб» представляли верную добычу. Но театр уезжал в поездку по Волге. Концессионеры совершили рейс от Нижнего до Царицына. Погоня за стульями входила в решающую стадию. В Царицыне выяснилось, что театр здесь играть не будет, а едет в Пятигорск. Был воскресный вечер. Все было чисто и умыто. Даже гора Машук, поросшая кустами и рощицами, казалось, была тщательно расчесана и струила запах горного вежиталя. Представляю вам монтера театра «Колумб», товарища Мечникова. А? Ну как? Ну, с нахером удовольствием. За все дел десятку. Дуся, вы меня озлобляете, а я человек измученный нарзана. Сколько же вы хотите? Положите 500. Имущество казенное, а я человек измученный. Берите 20, согласны? Согласие есть. Продукт при полном непротивлении сторон. Хорошо излагает собака, учитесь. Дуся! Дуся, когда же вы принесете стулья? Стулья? Против денег. Это можно. Ой. Деньги вперед. Утром деньги, вечером стулья. Или вечером деньги, на другой день, утром стулья. А можно так, сегодня стулья, а завтра деньги? Нет, Дуся, я же человек измученный. Такая не пойдет это. Душа не принимает условия. Время, которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем. Киса,
150 тысяч рублей, 0,0 копеек лежат перед нами. Нужно только 20 рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут нельзя брезговать никакими средствами. Пан или пропал, выбираю пана, хотя он и явный поляк. Киса, снимайте пиджак. Вот так. Давайте, живей, живей. Вы что вы делаете? Этот пиджак я нашел уже 15 лет, и он все как новый. Не волнуйтесь, скоро он не будет как новый. Давайте шляпу. Вот так. Вот давайте немножечко так в пыль. Пыль сюда. Где нарзан-то? Теперь пойдем нарзану. Прелестно. Ну, одевайте. Вот. Вот, Киша, а? Ну, теперь вы совсем дозрели. Имеете полную возможность зарабатывать деньги честным путем. Ну, а что же я должен делать? Вы, надеюсь, говорите по-французски. Ну, очень плохо в пределах курса гимназии. Ну, можете сказать по-французски следующую фразу, господа, я не ел 6 дней. Мсье, жена, как его? Жена манш, па? 6, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, мсье, жена манш, па? 6 jours. Ну и произношение у вас, Киса. Ну хотя что от нищего требовать. Значит так, а каковы у нас познания немецкого языка? А зачем мне все это? А затем, что вы сейчас станете у входа в сад, станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяния, упирая на то, что вы бывший член Государственной Думы от кадетской фракции, а лишь чистый сбор поступит монтёру в уплату за стулья, поняли? Никогда! Никогда Воробьянинов не протягивал руки. Ну так протяните ноги, старый дуралей. Нет, вы посмотрите, как это вам понравится, а? Как вам понравится этот альфансизм. 3 месяца он живет на мой счет. 3 месяца я кормлю его, пою, воспитываю, а этот альфонс становится в третью позицию и заявляет, что он... Короче говоря, сейчас же отправляетесь и приносите к вечеру 10 рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до 5. Да или нет? Раз. Да. Повторите заклинание. Мсье, je ne mange pas 6 jours. Жалостный. Geben Sie mir bitte etwas Kopeck auf dem Stückbrot. Подайте бывшему члену Государственной Думы. Киса, у вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. А вы? Вы обо мне не беспокойтесь, я, как всегда, действую в самом трудном месте. Остап выяснил, что провал – это достопримечательность города Пятигорска, лежащая на пути к месту дуэли Лермонтова. Как это город до сих пор не догадался брать гривенники за вход в провал? Я уничтожу это пятно на репутации города. Граждане, покупайте билеты, 10 копеек. Дети и красноармейцы бесплатно, студенты 5 копеек, не члены профсоюза 30 копеек. Слышь, Наташенька, ты говорила, что вход в провал бесплатный. Не может этого быть, правда, гражданин? Совершеннейшая правда. Не может быть, чтобы вход бесплатный. Спасибо. Приобретайте билеты, граждане, 10 копеек. С какой целью взимается плата за вход в провал? С целью капитального ремонта провала. Чтобы не очень проваливался. Приобретайте билеты, граждане, 30 копеек. Geben Sie mir bitte etwas Kopeck auf dem Stück Brot. Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Geben Sie mir bitte. Подайте бывшему члену Государственной Думы. Что? Вы действительно были членом Государственной Думы, да? От кадетской фракции. Так, ходили на заседание, да? Скажите, пожалуйста, Радзянко, вы не Радзянко, да? Скажите, Пуришкевич действительно был лысый, да? Высокий класс, какой поворот темы. Всякий труд должен быть оплачен. Geben Sie mir bitte etwas Kopeck auf dem Stückbrot. Monsieur, je ne mange. Ну, как дела, Киса, много насбирали? 8 рублей 25 копеек. Для первой гастроли просто дивно. Вы меня умиляете, Киса. Я тоже не терял время даром. 15 рублей 0,0 копеек. Итого хватит. Ну! О! Ну а где же еще стул? Так никак не взять, сидеть на нем.
театру уезжает у Тифлис. Погрузились уже. О, ну-ну, прощайте. Прощайте. Ну, не рыдай, не рыдай, киса. Никонович, в конце концов, наши шансы увеличились безмерно. На монтёр сучья лапа. Теперь нет денег на поездку по военно-грузинской дороге. 150 тысяч рублей 00 копеек. Впереди и очаровательные виды. Есть смысл продолжать заседание. Делать нечего, выход один. Идти пешком. В это время в двух верстах от концессионеров со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. Потерпев фиаско на последние деньги, отец Федор доехал до Тифлиса и теперь шагал на родину пешком, питаясь доброхотными даяниями. Отец Федор шел мерным солдатским шагом, глядя вперед себя твердыми алмазными глазами и опираясь на высокую клюку с загнутым концом. Сокровище убиенной тобой тещи, говори! Покайся, грешник! А, вот это кто? Конкурирующая организация. Бейте его, товарищ Бендер! Держи его. А ну, битва при пирамидах или Бендер на охоте. Держи его! Куда же вы, клиент? Могу вам предложить хорошо выпотрошенный стул, а? Ату его! Он унес наши припасы! Стой! Стой! Отдай колбасу! Отдай колбасу, дурак! Я все прощу! Отец Федор очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Скала опускалась на шоссе перпендикулярно. Он понял, что слезть вниз ему никак не удастся. Вот там колбасу. Снимите меня! Снимите! Не корысти ради. Спустилась быстрая ночь. В кромешной тьме и адском гуле терека под самым облаком дрожал и плакал отец Федор. Ему уже не нужны были земные сокровища. Он хотел только одного – вниз, на землю. На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству. На четвертый день его уже показывали проезжим экскурсантам. Направо замок Тамары. Налево живой человек стоит. Чем живет, как дышит, тоже неизвестно. Ну и дикий же народ. Дети гор. Хохочущего священника на пожарной лестнице увезли в психиатрическую лечебницу. Землетрясение задержало вскрытие 11-го стула. На рассвете, когда страх немного уменьшился, Остап выбрал удобное местечко, и результаты вскрытия поразили обоих концессионеров. Но Никоныч, киса, Никоныч, в конце концов у нас осталось 100 шансов из 100. Последний стул скрылся в товарном дворе Октябрьского вокзала, а не провалился сквозь землю. Вот только где взять денег для поездки в Москву? Мне кажется, знакомый гражданин Кислярский. Какой случай? Вы тоже знакомы. А? Особо приближенный к императору. Гигант мысли, отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации.
Так вот, в двух словах. За нами следят уже 2 месяца. Завтра на конспиративной квартире нас ждет засада. Придется отстреливаться. Надеемся на вашу помощь. Сейчас я вам дам парабеллум. Не надо, не надо. Я лучше окажу вам финансовую помощь. Вы верный друг Отечества. 500 рублей могут спасти гиганта мысли. Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли? Торг здесь неуместен. Вот. Хорошо. Хорошо. Браво, Киса! Браво! Вот что значит моя школа. Заседание продолжается. Завтра мы в Москве. Вернувшись в Москву, Остап почти целый месяц кружил в районе Октябрьского вокзала, с непостижимой страстью выискивая следы последнего стула, безусловно таящего в себе бриллианты мадам Петуховой. Ипполит Матвеевич в это время по заданию Остапа делал адресные таблички для жилтоварищества. В последнее время Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшими подозрениями. Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровище, уедет, бросив его на произвол судьбы. Ипполит Матвеевич! Ипполит Матвеевич! Ипполит Матвеевич, слышите? Ну что? Есть! Есть, Киса! Есть, черт бы вас побрал, есть! Тихо, тише, все слышно. Он в новом клубе железнодорожников. В комнате шахматного кружка вчера открыли. Ну, а как же вы его нашли? Гениальная комбинация, античное приключение, доведенное блистательно до конца. Ну, одним словом, ага, высокий класс. Через окошечко мы легко и нежно в любой час сегодняшней ночи попадем в клуб. Запомните, Киса, 3-е окно от парадного подъезда. 3-е окно от парадного подъезда. 3-е окно от парадного подъезда. Третье окно от парадного подъезда. Вас не будет шокировать пиво, предводитель. Чего-чего, завтра... Завтра вы будете лакать шампанское в неограниченном количестве. А сейчас нам надо отдохнуть перед ночным визитом. Вы чрезвычайно симпатичный старичок, Киса, но больше 10% я вам не дам. Ну зачем вам? Как зачем? Как зачем? У вас никакой фантазии. Вам 15 тысяч за глаза хватит. Вы же старенький. Вы скоро умрете. Киса, я вообще вам ничего не дам. А возьму я вас, Кисуля, себе в секретари. А? 40 рублей жалования в месяц, мои харчи. Ну, я пошутил. Свои 3% вы получите. А то, Киса, поступайте-ка мне в камердинеры, а? Приличное жалование, чаевые. Нет, вы... Ну, я пошутил, Кисуля, заседание продолжается. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Это были последние слова великого комбинатора. Он заснул беспечным сном, глубоким и освежающим.
теперь все бриллианты мои, а вовсе не 6%. Сейчас быстро на автомобиль и на вокзал, на польскую границу. Какой-нибудь камушек меня перебросит на ту сторону, а там... Не может быть. Не может быть. Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимние холода? Да-да-да, у тебя нет теплого платочка, а у меня нет зимнего пальта. Ходят тут, ходят разные. И вы тоже, товарищ, интересуетесь. Да, клуб у нас действительно, можно сказать, необыкновенный. Чем же он так необыкновенен? О, ты слушай, старик, был тут постоянный клуб. Никуда не годящий был клуб. Топили его, топили, ничего не могли сделать. Бился с клубом товарищ Красильников, ну... Сырость тут, холод, господа артисты мерзли. Ну вот, только весной товарищ Красильников стул купил для сцены. Я этот стул сам с аукциону принес. Стул хороший, мягкий. Вот полез я как-то электрическую лампочку вывинтить. Встал на него, да и покатился. Обшивка на нем порвалась, и из-под обшивки посыпались разные стеклышки и бусы белые на ниточках. Бусы? Бусы. Ну, а дальше коробочки разные. Коробочки? Коробочки. Я коробочки даже и не трогал, а пошел прямо к товарищу Красильникову и доложил. И хорошо солдатик сделал, потому что там... Драгоценность была запрятанная буржуазией. Ну а где же они, где драгоценности? Где, где? Вот они! Соображение надо иметь, солдат. Где, где? Да вот они! Клуб на них построили, солдатик. Вот он, клуб. Паровое отопление, буфет, театр. В калошах не пускают. Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой, вот оно. Все тут, все 150 тысяч 00 копеек, как любил говорить Остап Бендер. Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было. Оно перешло на службу другим людям. Холод камня передался в самое сердце Ипполита Матвеевича Воробьянинова. И он закричал. Крик его бешеный, страстный, дикий крик, простреленный на вылет волчицы, вылетел на середину площади, метнулся под мост, стал глохнуть. И в минуту зачах. Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улице Москвы. Город двинулся в будничный свой поход.